Так, новые бусы, вечернее платье, ноутбук, а еще плойку, которая сама закручивает пряди. Точно. Хотя у меня есть уже плойка. Да это я список подарков составляю, которые хочу на день рождения, на Новый год. Mm-hmm. Ну так бы и сказала, виш-лист пишешь. Что? Виш-лист, Наташа. Ты, кстати, не забудь его опубликовать в интернете, чтобы потом друзья все и знакомые знали, что тебе подарить на день рождения и Новый год, и чтобы не дарили подарки на свой вкус. Да это-то понятно, но что это вот это? Виш-лист вот это, что это такое? Ну, лист – слово, понятно? А виш с английского переводится как желание. Wish. Ну, то есть лист желаний, список подарков. Тебе надо не список подарков составлять, а пополнять словарный запас английского языка. Ну, тогда давай этим сейчас и займемся вместе с руководителем клуба иностранных языков. Натальей Антоновой. Доброе утро, Наталья. Good morning. Good morning. О чем будем говорить сегодня? Сегодня будем говорить о том, как выразить свои желания в английском языке. Mm-hmm. Давайте попробуем. Начнем с очень популярной фразы. Я думаю, вы ее, наверное, знаете из школы, кто учил английский язык. I would like. I would like. I would like. Знаете, как перевести? Школьники, бывшие. Я хотел бы. А, я хотел бы? Я хотел бы, да, например. I would like to go to the cinema. I would like to go to the cinema. Я бы хотел пойти в кино. Пойти в кино. Mm-hmm. Ой, я уже понимаю. Первые результаты. I would like to have a jeep. Широкий. Широкий, да. А, хорошо. I would like to... I would like brilliance. To have brilliance. Uh-huh. Brilliance. 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 Мелковато как-то. Следующая фраза, она более, скажем так, общая. I want. Просто я хочу. I want. I want. I want. Я хочу, да, например. I want to study English. Я хочу изучать английский. Mm-hmm. I want to study English. Да. I want to study English. Да. А далее фраза, вы ее использовали как существительное. Ой, да, подождите, это слово, я вспомнила, что, песня да. такая была I want you, там что-то ну, вот... Ну, я не буду это переводить. Из 90-х, прям точно, теперь я понимаю. Догадались. Я хочу там, что-то там. Что-то очень конкретное. I want. Так, и следующее. Хорошо. Wish. Вы его использовали сегодня как существительное, но это может быть еще и глаголом. I wish, я желаю. I wish. Да, I я wish. Желаю. Это более сильное желание, чем I want. I want просто я хочу, I wish, я желаю. То есть это что-то более сильное. Вот. Например, I wish to thank you. Я хочу поблагодарить тебя. I wish to thank you. Да. I wish to thank you. Да. Это же фраза вы можете пожелать кому-то что-то. Например, удачи. I wish you luck. I wish you luck. Да, I wish you luck. I wish you brilliance. Это же английская песня. I wish you big jeep, for example. We wish you a Merry Christmas. Ну, да, то есть мы да, желаем да, вам да, счастливого да. Рождества. We wish you a Merry Christmas. Да. Теперь музыкальный сегодня у нас английский какой-то получился. Ну и последнее, слово – это desire. 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 Какой-то это... страшный. Ну, не знаю, мне кажется, она больше волшебная. У меня да? такие ассоциации, да. Звучит I просто. Desire. Тут больше, знаете, так, это очень сильная эмоция, даже больше, чем wish. Я жажду, например. Например, she desires to make friends with you. Она жаждет с тобой познакомиться. I desire. Я желаю, я жажду. I desire. I desire. Да. Это только в определенных каких-то случаях, да, можно применять? Ну, далеко смотрите, вы можете употреблять, когда вы хотите сказать о том, что вы чего-то именно жаждете. Вот. Угу. Либо это слово можно употреблять в другом контексте. Когда это слово может придать некий торжественный или где-то, может быть, официальный тон. Например, A boss desires to see you. То есть босс, босс хочет даже здесь больше. Босс хочет тебя увидеть. Да, желает, сразу. Желает, да. То есть, вызывает на ковер. Да, да. В этом контексте тоже можно употреблять. А если человек, допустим, заблудился в пустыне 3 дня без воды, и про него можно сказать? Да. He desire... Desires здесь, ну, особенности грамматики. The water. Да, 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 можно. Можно. Ну, теперь примерно понятно. Ну, хорошо. Закончим, наверное, пожеланием. I wish you luck for today. Желаю вам сегодня удачи. We wish you happy
day. Правильно? Happy day. Happy day. Thank you. We wish you happy day. Thank you. А как сказать, пожалуйста, мы с вами уже проходили. You are welcome. Ну что ж, happy day мы желаем и всем нашим телезрителям. Далее у нас метеопрогноз на 12-м канале.